Еще один материал из этого района. Завод «Гежубыш» или цемент обеспечивает работы населением и вносит весомую лепту в развитие экономики района. Однако несколько жителей соседнего аула Шигенко-Даманов поднимают вопрос о большом вреде завода для экологии. Съемочная группа телеканала изучала данный вопрос. Предприятие было построено в индустриальной зоне в 2018 году. При подготовке к реализации данного проекта экологи подтвердили безопасность завода для окружающей среды. Однако несколько семей аула Шигенко-Даманов спуском предприятия начали жаловаться на заводскую пыль. Но большинство населения не поддерживают их. Разные бывают люди. 4-5 семьи постоянно поднимают шумиху вокруг завода. Цель их известна – получить от предприятия 15-20 миллионов тенге. Когда КАМАЗы выгружают щебень, немного бывает пыли. Но это всегда так. Когда что-то загружаешь, поднимается пыль. Сейчас компания строит большой ангар, чтобы не было пыли. Склад наши требования выполняет. По словам общественности, завод постоянно оказывает социальную поддержку аулу. Здесь работают около 90 односельчан. Поэтому, говорят сельчане, жалобы нескольких семей не являются позицией всего аула. Сами работники завода также говорят о полной безопасности предприятия. С начала пуска завода работаем здесь. До сегодняшнего дня не замечали негативного влияния на здоровье и экологию. Как технолог скажу, в целях экологической безопасности на заводе установлены электрофильтры свыше 100 рукавных фильтров. Ежеквартально проводится проверка, контролируется концентрация пыли в атмосфере. Специалисты сферы санэпидконтроля в течение 3 лет проводили мониторинг влияния деятельности завода на экологию. По его итогам подтверждена полная безопасность предприятия для окружающей среды. Сделано заключение, что при удаленности завода от населенного пункта в 520 метров предприятие может продолжать работу. Однако в этом деле еще не поставлена точка. Санитарная зона определена в 520 метров. Департаментом санэпидконтроля было дано положительное заключение. До аула Тункерс 520 метров. Как показали результаты исследования, на таком расстоянии нет никакого негативного влияния. У нас нет никаких выбросов, превышающих нормативы. Но с этим заключением не согласны 6 семей. Сейчас завод работает в полную мощность. Остановка предприятия лишит работы сотни людей. Самат Баймаханов, Ильжас Абдельда, Бауыржан Кужамратов, Дилархан Токсейит, телеканал Кызылорда.